Выбери подработку на лето на Авито и получи 300 тысяч. Авито. Найди подработку и выиграй 300 тысяч рублей. Всем привет! Это студия 69. Сегодня у нас правило трех двоек. Два артиста, два разных стиля и два невероятных кавера. Уже не терпится познакомиться с ними? Мне тоже. Тогда поехали. Эта артистка, помимо музыкальной карьеры, также преуспела как телеведущая. Ее передачи выходили на Муз-ТВ, ТВ-3, СТС, на Первом канале и даже на Домашнем. Юлианна Караулова! Просто здравствуй, просто как дела? Юлианна, можно, пожалуйста, присаживайся сюда? Пожалуйста. Вот ты же сейчас, правда, да. Кто хочет стать миллионером? Я да. Сейчас, это моя мечта детства, вот так вот оказаться напротив Дмитрия Деброва. Слушай, расскажи, пожалуйста, как это? Вот ты, ты топовая певица, и как тебе пришло предложение? Вот это, я понимаю, что все спрашивают уже. В какой момент человек позвонил тебе и сказал: Юля, Юлиан, ты следующая? И ты такая: а у меня есть варианты ответов? А звонок другу? Звонок другу, 50 на 50. Долго ты вообще размышляла? Я задала пару наводящих вопросов, ответы на которые были для меня принципиально важны, Константин. А потом был кастинг, некий этап. Даже кастинг? Блин, я бы тебя вообще без кастинга взял. Малыш, поэтому когда тебя позовут на поле чудес... Крутите барабан, чтобы я вот так говорил? Нет, возможно, ты придумаешь что-то свое, если будешь весел и находчив. А я буду весел и находчив. Меня этому обучил Александр Масляков. Слушай, смотри, я тебя сейчас познакомлю с исполнителем... Слушаю и смотрю, так. ...который, вот как ты выиграла шоу «Фантастика», если мне не изменяет память. Твое любимое на Первом канале. Любое шоу на Первом канале мое любимое. Молодец, тебя точно позовут на поле чудес. Но те шоу, которые я смотрю, они все в ВК-видео. Вот так я на двух стульях могу сидеть. А кто ты по национальности? Потом расскажу. Так вот, значит, и ты как бы стала не только как бы вот такой настоящей суперзвездой, но и виртуальной. А ты сейчас что показываешь? Мы же живем сейчас в век технологий, вот это искусственный интеллект, и ты как бы первая из всех нас стала... Первая, конечно. Виртуальной артисткой. Одна из, да. Супервиртуальная. Ты всех победила, разнесла всех там в пух и прах в этой... Спасибо большое, да, я победила. Но у нас сейчас будет человек, который прославился виртуально. Он брал вот эту штучку, свой талантище вот такой вот, записывал видео, каверы, выкладывал в социальные сети и этим прославился. То есть сейчас у нас придет человек, который проведет мастер-класс по каверам. Амирчик, встречайте. Прости, Амирчик, Стесняюсь спросить, я всегда так подхожу к знакомству. Амирхан или Амирчик? Амирхан — мое полное имя, Амирчик — это мой творческий псевдоним, но и так ко мне обращаются старшие товарищи обычно. То есть мы можем обращаться как Амирчик? Да. Просто мы не так хорошо знакомы. Можете обращаться как Амирчик. Я тоже, мне не очень приятно, когда ко мне подходят малознакомые люди и обращаются ко мне Амирчик. Мне нормально. Я переживаю из-за этого. Как вам подходит обращаться Амирчик? Как настрой? Супер, ты я заряжен. Пел много каверов. Ты считал, сколько ты каверов вообще исполнил за свою виртуальную социально-сетичную карьеру? Я не знаю, сколько я каверов исполнил за 3 месяца. Сколько? Каждый день? Раз в неделю? Нет, каждый день по 2-3 кавера, наверное, я исполнил. Ого, вот это работоспособность. Я знаю артистов, которые уже лет 20 вообще ничего не сделали, и все, собирают крокусы, да, ведь такие тоже существуют? Я таких не знаю. Я тоже. Видишь, как я быстро меняю свое мнение. Перебываешься, то есть. Вы, кстати, свое мнение тоже можете писать в комментариях по поводу этих каверов, мы будем оценивать. И знаете, что я хочу предложить? Вот у нас пара прям, такая, полярно разная. Напишите, пожалуйста, две пары артистов, которые вы бы хотели также увидеть здесь, и какими песнями они бы поменялись. Вдохновите нас на то, чтобы пригласить ваших... Нас.
Снова вас. А, слушай, я знаю, что твой хит, абсолютный хит, это «Любовь», существует не только на русском языке, да, но и на малайском. Да, малайский. Ну, малайский правильно склонять, а так это Малайзия, да. Да, это страна Малайзия, язык малайский. А как так выбор пал? Дело в том, что когда я загрузил ролик, он завирусился очень сильно в ТикТоке. Давай так. Где он там? Где завирусился? Окей. Он завирусился очень сильно в социальных сетях, в интернете. И попал на просторы Малайзии, Сингапура, Индонезии, в которую, кстати, полечу уже в сентябре. Жди, Индонезия, встречай. Буду на фестивале с этой песней выступать. Вот, и я в качестве, скажем так, своего творческого респекта специально для фанатов из Юго-Восточной Азии выпустил песню на малайском языке. Она вышла еще на английском языке, и буквально пару недель назад она вышла на немецком языке, потому что у меня был тур по Германии. На немецком? У меня есть... это «Любовь». Их ли... Нет, там... Babe, das ist love, hof du kommst klug, sag mir wie oft, ba ich nicht da. Токио-хотел. Да-да, Токио-хотел. Это прям был Токио-хотел. Из «Ба да». Да-да-да. А мне, знаешь, слышится, когда наоборот... А, песня наоборот. Так, круто. Слушайте, ребята, я хочу с вами еще поиграть в одну игру. Это не камень, ножницы, бумага, но благодаря ей мы узнаем, кто из вас первый пойдет исполнять кавер. У меня есть некоторые факты о вас. Кто же? Песенку поет. Так, у меня есть некоторые факты о вас. Один из них правда, два неправда. Юлиана, вот три факта об Амирхане. Какой из них правда? До своей популярности подрабатывал на стройке. Получил первый взрослый разряд по тхэквондо. И в 8 классе выиграл городскую олимпиаду по физике. Посмотри, похож ли он на человека, который работал на стройке? Вот. Руки, покажи руки, Мирчик. Ну, ты бицепсы начал показывать. Да нет, я вообще хотела ладони, но бицепсы тоже можешь показать, мне, в принципе, приятно будет. Девчонки, ближе к экрану. Не только мне, я думаю, да. Что ж, о, красиво. Тхэквондо. Неплохо. Может быть? Может быть. Стройка. Может быть. Может быть. Но я все-таки думаю, олимпиада по физике. Не выиграл. Выиграл же. Выиграл. Итак, расскажи, пожалуйста, ты получал взрослый разряд по тхэквондо? Нет. То есть уже 50 на 50. А вот работал ли ты на стройке, подрабатывал до своей популярности? Да. Как так? Вот чем ты занимался на стройке? Это все начиналось, знаете, просто с покраски крыши, каркаса. Потом продолжалось также, как бы бетон месил, выкладывали асфальт, помогал вместе кафель устанавливать с самого начала. Ну вообще и супер. По мелочи только. Все умеет человек. То есть, если что, я тебе звоню. И мы вместе строим баню, например. Баню я обожаю, кстати, вообще. Не вопрос. Так, а вот теперь тебе, Амирчик, три факта об Юлиане, какой из них правда. В студенческие годы сыграла главную роль в артхаусном фильме. В начале карьеры песни для Юлианы писал Иван Ургант. Или выпустила две книги с рассказами для детей. В студенческие годы сыграла главную роль в артхаусном фильме. А теперь обратимся к Юлиане. Юлиан, выпускала ли ты книги для детей? Нет. Планируешь? Пока нет. Ну, в принципе, после «Кто хочет стать миллионером», все что угодно можно ожидать. Ну да, да. Дело прибыльное, но а детские песни у тебя никогда не бывало желания? Прям вот такую детскую, вот да, как «По полям», типа вот такую вот. Ты знаешь, я разорюсь на правах. Нет, не перепеть. Не перепеть, а придумать такую, чтобы ее, знаешь, вот заюзали прям вот на 3 миллиона. Кстати, очень тяжело. Это правда тяжело. Написать песню, которая будет нравиться детям, а вот типа как «По полям», это очень-очень сложно. Но я пока об этом не думала, но подумаю об этом завтра. Хорошо. Об этом скажи, сегодня? Пожалуйста, а писал ли Иван Ургант для тебя песни? Писал. Прикинь. Я до конца надеялся, что вот... Нет, ладно, что? Пусть будет не это. Первый раз как бы послушаю не абсурдную, возможно, логику, да? А прям, возможно ли она, наверное, играла, допустим, роль фильма? Ну, я играла в кино. И, кстати, артхаусном тоже. Но это было не в студенческие годы, это было в школьные годы. А что за фильм, как нам его найти?
Ой, не ищите, ребят. Мы поняли, ты сама дала оценку такую просто хорошую. Я никогда не подумал, что, например, Ургант написал для нее бы песню. Да, да, даже поэтому... Иван Ургант не подумал, когда написал песню для Юлианы. Он сделал это просто машинально как-то, он особо и не думал. Так, Юлиана, три факта об Мирчике, какой из них правда? Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, в 16 лет носил прическу и ирокез, и первые клипы снимал на телефон своей сестры. Музыкальная школа по классу фортепиано было бы, наверное, слишком просто. Возможно, кто знает. Кто знает. Ирокез в 16 лет, это что, в прошлом месяце? Так, так. Поэтому я выберу, снимал клипы на телефон сестры. Так, ну расскажи, пожалуйста, вот когда ты начинал путь к Олимпу, к славе, к успеху, был у тебя телефон с камерой? Нет. Или не было телефона с камерой? У меня был разбитый Xiaomi, очень старый, прям такой вот, знаете, как будто бы вот он просится вот так, убей меня, хватит, я не хочу больше жить. А я такой, нет. Вот, и я брал телефон у... Я сам вводил заблуждение, когда говорил, что это сестра брата, это жена брата. Ой, сестра моя, точнее, это жена брата. Я брал у нее телефон и снимал на ее телефон видео. То есть она была вот этим вот техническим мостиком в твой успех? Да, да. Ну, вообще дело в том, что у нее тоже не было на тот период своего какого-то нового телефона, последних айфонов и так далее. Ей на работе выдали это как рабочий телефон, и я пользовался случаем и временем, допустим, с часу до 4 ночи утра я мог снимать просто видео, ну, пока у меня была возможность это делать. Вот так, ребята, не останавливай. Вот видите, парень. У нас сидит человек, который без золотых гор каких-то, без там папы, мамы, там бабушки. Ивана Урганта. И Ивана Урганта на там, подтанцовке. Вот, сколотил себе, посмотрите, вот все эти бриллианты. Брюлы. Так, а вот тебе, Амирчик, три факта об Юлиане. Какой из них правда? Она может говорить на 5 языках, владеет правами для управления парусной яхтой или является хозяйкой 3 собак породы корги. Что? Корги, яхта или 5 языков? Что правда? 3 корги, 1 яхта, 5 языков. Это какой-то тайный шифр. Да. Это все может это быть правда. Это 3 цифры с обратной стороны моей карточки. Там все равно ничего нет. Пользуйтесь. У вас такой поставленный голос, что ну, он очень приятный. Мне кажется, что, возможно, вы знаете 5 языков. Реально. Но... Я сейчас не поняла. Спасибо! Я вот этот смех за кадром сейчас не поняла. Так, а он смеялся над старой шуткой. Там просто у нас человек, который гуглил, что значит. Корги... 3 собаки корги. Так, 3 корги, 5 языков, 1 яхта. 1 яхта это в плане, у нее есть своя 1 яхта. Нет, права есть, это не обязательно, что есть права. Яхта. Да, да. Ну, гад. Корги! Посмотрю, есть ли на тебе хоть клочок шерсти от корги. Нет, 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 стой. Британская ли я королева, почившая. 5 языков, все. 5 языков. Спрошу у тебя на... Малайском. На малайском. Это будет корги. Qu'est-ce que c'est? C'est le передача. Какие ты языки знаешь? Давай, русский. Знаю, это громко сказано, я учила. Я реально учила 5 языков. Я жила в Болгарии 7 лет. Так. 8. Русский, болгарский, английский, французский учила как второй язык. И, господи, прости, я учила латынь. Нам в школе как базу языковую давали. Латынь? Да. То есть ты могла бы перевести любую свою песню? Могла бы, но папа не и папа римский бы на латыни. Оп, нормально! Ну, латынь — это мертвый язык, и, соответственно, после того, как я... закончилась она, кстати, у нас, по-моему, в школе в 8-м, что ли, классе, или в 9-м. То есть она пригодилась глобально только тем, кто поступал в медвузы. Один человек из моего класса. Ну и некоторые юристы еще учат латынь, но... По-моему, у нас на юридический никто не поступил. Слушайте, напишите в комментариях вообще, кто что сейчас учит, кто на кого учился. Мне просто интересно, кто нас смотрит. Но самое главное, у нас есть розыгрыш целых 5 аудиоустройств на выбор. Беспроводная колонка или классные, также беспроводные наушники. Что нужно сделать? Просто нажать
поделиться этим видео, подписаться на наше сообщество, чтобы узнать, выиграли вы или не выиграли, или выиграете в следующий раз. В общем, распространить это видео настолько, насколько можно. Из тех, кто поделился этим видео, мы выберем 5 счастливчиков, а вы уже определите, что вы хотите больше. Колонку или слушать в наушниках эти каверы. А теперь переходим к каверам. Значит, Юлиан, Lady Значит, first. Константин. Lady first. А к чему был этот сумбур и сюр? Да он почему сумбур? Мы зато много про вас узнали. Mm. Мы, например, узнали, что ты, с тобой можно поговорить на болгарском, например, да. Неожиданно где-то встретив тебя в поезде. Комси-комса, Константин. Да, с тобой можно поговорить о... На малайском, немецком, О малайском, кстати. Немецком, о стройках. Не знаю этих языков. Вот, со мной можно просто... Просто приятно поговорить. Просто обнять меня можно при встрече. Прямо сейчас... Я хочу у тебя, Юлиан, спросить, тяжело ли давался тебе этот кавер? Или ты такая, все, давай. Давай гитару, давай клавиши. Знаешь, у меня было... Драмашину понеслась. Несколько вариантов по тому, как переделать. Потому что, естественно, хочется что-то кардинально новое представить. Mm-hmm. Вот. И изначально мы делали все вместе, в общем, как всегда, с моим мужем. И изначально была идея, ну, это была его идея, сделать такое, типа, что-то прям задористое, забористое. Вот. Но я говорю, нет, давай пойдем по другому пути. Вот. И я ему говорю, давай чуть-чуть немножко в рок уведем. И я ему дала пару референсов, и, в общем... Вот получилось. Так, я в предвкушении. Да. А я известный рокер, как ты известный понимаете. Рокер. Ты да. Знаешь, вот ты, Кипелов... И Киш. И Киш. Вот вы я, у кстати, меня... Я вырос на Короле и Шуте. Вы у меня в одном плейлисте. Кто из нас не вырос на Короле и Шуте? Да, ты, фанаты Киша. Я. Мы вообще с тобой проклятый старый дом. Чего ж там, куда далеко ходить? Ели мясо, мужики. Да и не только, и кормили друг друга. В общем, прямо сейчас, Юлиан, я хочу пригласить тебя пройти к нашему экрану для того, чтобы погрузить нас всех в свое прочтение одного из треков Амирчика. Благослови меня. Все. Я так рад, что это рок. У меня было несколько вариантов, либо лирика, либо рок. Я такой... Надеюсь, главное, рок. Осталось понять, по одинаковому ли мы представляем рок. Юлиана, я еще раз желаю вам удачи. Все, мы уже на камеры снимаем. Спасибо. Мы уже снимаем на камеры. Итак, дорогие друзья, вашему мнению и вашему, Амирчик, мнению, сейчас кавер Юлианы Карауловой. Как ты думаешь, на какую песню? Я думаю, это будет... Babe, das ist love, hoff, du kommst klar. Токио Хотел, да? Итак, дамы и господа, слова и музыка «Амирчик» — это любовь. Вот оригинал. Это любовь, самообман. Кавер на эту песню в исполнении Юлианы Карауловой. Пожалуйста. Это любовь, самообман. И до утра будешь пьян. Виски, наркозы в облака. Я не твоя, Это любовь, самообман. И до утра ты будешь пьян. Виски, наркозы в облака. Я не твоя. Я не твоя, а ты не мой. Наш разговор, пьяная боль. Время прошло, я холодна. Теперь ты с другой, и я занята. Может, лучше будет вовсе теперь. Ты подобрал ключи, но не открыл дверь. И мне так жаль, что ты сияешь не для меня. Смерю, что я не твоя. Это любовь, самообман. И до утра ты будешь пьян. Виски, наркозы в облака. Я не твоя, я не твоя. Это любовь, самообман. И до утра ты будешь пьян. Виски, наркозы в облака. Я не твоя. Я не твоя, это любовь, самообман. И до утра ты будешь пьян. Виски, наркозы в облака. Я не твоя.
Капец, это так круто! Ну ты такой хороший! Кто такой хороший? Это очень круто! Какой хороший! Я в шоке! Я кайфанул просто. В начале, когда было вот это интро, еще из-за того, что аккорды удлинили, я такой... У меня мурашки по коже! Я такой сижу, такой... Вы представляете, вот что сейчас произошло? Мальчишка, который записывал, даже не на свой телефон, потому что его когда-то был разбит, записывал у себя дома каверы на поп-исполнителей, получил кавер. На свой трек? На свой трек. Я думаю, от поп-звезды. Это не первый уже это, кавер. Это гениально. Мы тебя поздравляем с этим. Спасибо. Мы тебя с этим поздравляем. Ой, слушайте, так волнительно оказывается. Конечно, перед автором песни ты как бы ее очень. По-другому пытаешься показать. Твоя оценка какая? 10 из 10 просто. 100 из 10 ну просто. Ну, хорошенький. Я вам там бэки еще подбивал, не сдерживался просто. Ну все. Все. Мы растрогали твое сердечко. Я держу слезы. Плачь. Если хочешь, плачь. Плачь. Танцуй. Значит, сейчас классный кавер. Пишите свое мнение под этим видео, но... Пишите только хорошее мнение. Что может быть лучше одного кавера классного? Два классных кавера. Прямо сейчас, Амирчик, я хочу пригласить тебя к нашему экрану. Блин! Расскажи, как ты готовился. Я обожаю эту песню! Извините, у меня буря эмоций просто. Вы мне еще говорили, подожди, не рассказывай, потом в кадре расскажешь. А сейчас что, ты не можешь? Я вот уже не могу, меня трясет прям. Я не знаю, как сейчас я буду петь, но... Вообще, рассказываю историю. Я слушал эту песню еще, когда в школе учился. Она очень ассоциируется мне с теплыми, грустными воспоминаниями, но теплыми. Именно, знаете, вот эта теплая грусть, типа «Миллионы глаз». Я такой представлял, что та девочка, которая мне нравится, а я ей не нравлюсь, такой, ну все-таки, ну, нам светит, ведь мы с тобой нервные. Не знаю, такой хороший. Я такой, типа... И когда мне... Просто вот... Короче... Спасибо вам за эту возможность. Это, я обожаю эту песню. И прямо сейчас я хочу... Так, переводим дух. Ой, давай, удача. Ну ты сейчас круто сделаешь. Волнение прям можно ложкой есть. Сейчас порвешь, давай! Давай. Мне кажется, у меня там прическа уже ушла. Ничего. Все. Юлиана, серьезный вопрос тебе, пока вот Амирочка ушел. Я уверен, что ты слышала миллионы каверов на миллионы да, да. Ну, очень много каверов, да, слышал, много разных. Вот, но ты знаешь, это очень благодарная песня, потому что мне кажется, что она ложится глобально на любые музыкальные стили и круто в них звучит. Вот, ну, я уверена, что Амирчик сейчас очень круто сделает. Пристегнитесь. Песню в неорбитной. Если вдруг вы забыли, как она звучит, вот так звучит оригинал. Миллионы глаз смотрят на нас. Внеорбитные поет Амирчик, пожалуйста. Мы не нуждаемся в рецензии нашего фильма. То, что ощущаем мы, сегодня молния и гром, завтра мир. Но мы по сторону экрана, что закрыть ширмы. Мы вдвоем, и нас давно уже накрыли волны. Но мы живем, любим в этом мире огромном. И сейчас дабстеп. Миллионы глаз смотрят на нас, билет на Венеру и на Марс. Мы над линием солнца защитные, мы с тобой неорбитные. Миллионы глаз смотрят на нас, билет на Венеру и на Марс. Мы над линием солнца защитные, мы с тобой неорбитные. Наши корабли то вверх, то опять тонут. И пусть никто нас не поймет, кроме этих окон. Пусть никто нас не заметит, кроме этих окон. Не дадим смотреть на нас под микроскопом. Мы вдвоем. И нас давно уже убило током. Но мы живем. Любим среди бетонных блоков. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой неорбитные. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой неорбитные. Пусть нам не узнать из книжек и новостей, каким же будет наш новый день. Ветром по воде, ветром по воде. И ни капли сомнения, еще повторить бы мгновение. Это терпкий вкус твоих сладких губ. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой неорбитные. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы
на пене, солнцезащитные. Мы с тобой нейролитные. Микрофон, микрофон. Лепса дал. Джексон, Джексон вернулся еще, ты видела? Пишите свое мнение об этом кавере прямо под этим видео. Погнали. А, спасибо большое. Ой, вообще супер, спасибо. Я тебя поздравляю. Это очень классная работа, очень спасибо. Классная работа. Расскажи немножко вообще, что ты ощущал, вот, когда показывал песни Юлианы в своем исполнении Юлиане? Меня до сих пор чуть-чуть трясет, на самом деле. Я еще не отошел от ее переработки «Это любовь». Спасибо большое. А есть что покрепче? Покрепче. Это нам. Это нам не будет влиять на молодое поколение. Итак, Юлиана. Да. Но это 10 из 10, очевидно. 10 из 10. Конечно. И тут 10 из 10. Спасибо. И здесь 10 из 10. Конечно. Но начало просто, а потом, да, это пауза и тустепчик, вообще разрыв. А как двигался? Да. А вообще. Вот это, вот эти вот моменты. И текст новый. Честно. Написал, вставку свою сделал. Да-да-да, это терпкий вкус твоих сладких губ я сделал. Вот. А я очень, на самом деле, переживал, когда сейчас спел. Я сегодня, пока собирался, в душе был, я такой, думаю, так, я вот так вот, вот так классно танцую, такой слушаю песню. Интимные подробности. Не-не-не. А потом сейчас выхожу, такой, блин, вообще не так, как я представлял. Я такой, типа, почему я связан? Дорогие зрители, вы не связаны, вы можете делиться этим видео, ставить лайк и, самое главное, подписываться на нас. Смотрите, что мы делаем. Здесь каждый кавер залетает прямо в сердечко. Ну что? Ау! Ребятушки мои, прямо сейчас настало время, чтобы мы узнали, кто же, да, из вас будет выбран нашим тайным зрителем. К сожалению, она не смогла приехать в студию по очень большой уважительной причине. Наш тайный зритель Настя Адонеева, модель, стилист, музыкант. Родом она из Воронежа, а сейчас проживает в Калифорнии. Это любовь сама. Настя, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Настя! Настя, смотрите, есть ощущение, что вы где-то на набережной в Сочи? Ну, а может, я и на набережной в Сочи? Ну, а может быть, может быть. Настя, прямо сейчас две рецензии. На кавер от Амирчика и на кавер от Юлианы Карауловой. А я вашими руками вручу эту... чего уж там, сочинскую розу вашими калифорнийскими руками. Давайте. Мне понравились оба кавера, но чего греха таить, я была бы очень рада, если бы Амирчик мне тоже дал мастер-класс по каверам. И мне действительно очень сильно понравился его кавер, поэтому я вручаю эту розу ему. Вау! Спасибо большое. Это твоя победа, это твоя роза. Извините, а я, пользуясь случаем, хочу все-таки передать эту розу вам, Елена. А я, пользуясь случаем, хочу сказать Насте спасибо. Вот Настина страничка в ВК, на которую вы можете перейти, послушать и ее каверы тоже. И Настя даже вчера ради этого впервые за 15 лет поменяла аватарку. Вау. Вот так, Настя, спасибо, хорошего калифорнийского дня. А мы здесь из Москвы. Идите сюда, ребят, идите, идите. Идем. Я хочу сказать всем зрителям нашего незамысловатого шоу. Ребята, две песни могут поднять вам настроение так, что вы будете наслаждаться этими двумя песнями как будто бы всю жизнь. Юлиана, спасибо тебе огромное. Амирчик, ты наша... будущее, чего уж там греха таить. Спасибо. Работайте, любите каверы, любите музыку, вообще наслаждайтесь жизнью. Подписывайтесь на нас и ждите следующий выпуск. Он будет совсем-совсем скоро. Юлиана Караулова, Амирчик, Константин Анисимов. Все, да, спасибо огромное. Потрясающе. Скоро будет. Пока-пока! Мы вас всех любим, спасибо. Друзья. И мы счастливы. Честно говоря, я пойду сейчас плакать, потому что у Амира получился очень классный кавер, и я видел, как он волновался. Я волновался, как будто бы я его отец. Да? Да. Ну, классно, реально, все здорово. А он подошел, представляешь, в самом начале, перед нашим, он говорит, я вот мечтал к вам попасть. Котик.
Ну, вообще котичек какой-то, да. Просто невероятный. Бубочка. Пожалуйста. Бусинка, бубочка и котик. Все, пока.